Всем привет, дорогие друзья, с вами Ажай. 14 часть прохождения игры Чужой. Изоляция. Нам нужно уничтожить гнезда. Так, прикузить оба ядра. Блять, я же андроида вроде убил, блять. Рискни. Ё-моё, блядь! Ты-то откуда взялся, урод, блядь? Ну чё, блядь? Как электричка начинает разгоняться, ёпта. Ух ты, ебать! Что вы мне сделаете? Так, куда нам тебя обратно? Что этих странных видов? Он как-то наебать, блядь. Блять. Блять, не сюда вообще бегу, ёпта.
Да уйди ты, блядь! Долбаные ведроиды, блядь. Чистить консоль, чайте чистку с консоль реактором. Что долбаные ведроиды, блядь. Чего хоть надо тут, блядь? Рикардо, сейчас я спалю гнездо. Держись. А их хоть бы хрен, ё-мо. Ты только хуже еще сделал. Ой, бля. Спускаюсь с Сиксом Телеком.
Куда будешь здесь бежать бегом, когда эти твари здесь лазят? С транзита послышался. Да. Так, задача, пока задача. Рикардо, я в госпитале. Ты добрался до центра связи? Да, но слишком поздно. Аполло успел очухаться и снова вырубил внешнюю связь. Ну вот. Так зачем ты меня сюда послал? Переходим к плану Б. Я видел на мониторах, что к станции подходит корабль. Думаю, это Анасидора. Наверное, Марло успел выслать коды автопилота. Ну, когда связь ненадолго включилась. Надо на него попасть. Он причалил? Нет, но стоит рядом. Иди к шлюзу госпиталя, там челноки. Далеко на таких не улетишь, что до корабля дотянешь. Ясно. Ладно, думаю, как раз сохранимся на интересной ноте. И закончим нашу 14-ю часть прохождения. Кто смотрел, кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, ребята. Всем удачи и пока.